есть волнение даже не то, что перед публикой, а то, что 5 раундов, как бы для меня это впервые будет, то, что без шлема, и то, что перчатки будут жестче, и то, что еще и соперник, ну и то, что весовая категория 85, наверное, это больше как-то волнение задает, нежели публика. Перед публикой питерской уже давно я выступал, в принципе, и не в первый раз, как бы это наоборот больше задает, как-то сил придает это. Вот так. Сопернику что вы скажете? Смотрели его бои? По сопернику смотрел его один бой. Он боксировал в Азербайджане, там он проиграл. И все, вот все, что знаю. Знаю еще, что он с Украины, знаю то, что он боксировал в 91. И знаю то, что выше меня. Все. Вот, ну, собственно, в Пике, еще раз вас спрошу об этом, как вы считаете, всемирная серия бокса, она вот с годами, со временем все-таки принесет вот ту пользу любительскому боксу в целом, как это задумывается, что в квартире лазы, популяризация, ну, интерес? Насчет любительского бокса, принесет ли она ему пользу, не знаю, здесь такой сложный вопрос. А насчет того, что сама она разовьется, ну, конечно, я думаю, она разовьется, будут какие-то команды, вот так все это будет дальше. Будет интересно, подгруппы, какая команда выходит из подгруппы, какая финал там. То есть, мне кажется, это уже интересно. Пресс-конференции вот эти, то есть, бои пятираундовые, вот это вот интересней. А любительский бокс, мне кажется, он также останется, как сейчас, в принципе. Может быть, чуть-чуть там уровень повысится его. Но незначительно.